День памяти и скорби. В этот день во всех городах прошли митинги в дань памяти наших героев, людей, защищавших народ от коричневой чумы. В Ульяновске на площади 30-летия Победы собрались активисты Коммунистической партии Российской Федерации. Алексей Русских поприветствовал ульяновцев. Мы собрались здесь, чтобы осудить вселенское зло, которое сегодня, как и 82 года назад, напало на нашу землю. И мы собрались здесь, чтобы поддержать наших ребят, наших сыновей и дочерей нашей Родины, которые защищают сейчас нас, защищают Родину от этой нечисти. Да, последователи зверствующих фашистов показали свой оскал. Как и всегда, не погнушались ничем. Действуют через братскую Украину, запускают антироссийскую пропаганду. Запад показал свое лицо. Наша общественно-патриотическая акция призвана напомнить гражданам страны об этой трагической дате, о мужестве и воле советских воинов, сражавшихся до последней капли крови с фашистскими агрессорами, а также обратить внимание общества и власти на угрозу безопасности нашей страны, которая исходит от Североатлантического альянса НАТО. На митинге вспомнили не только воинов Великой Отечественной, потому что новейшая история тоже пишется кровью и пахнет порохом. Сегодня мы вспоминаем тех, кто героически погиб в специальной военной операции, защищая нашу страну. И сегодня также мы выражаем слова благодарности и поддержки нашим бойцам. Минута молчания, звуки метронома. Далее возложение алых гвоздик к вечному огню. В этот день монумент был усыпан цветами во славу героев. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Улправда ТВ.